Всем привет! Сегодня готовим крошку-картошку. Отвариваем крупный картофель, нарезаем грудинку или ветчину, лук репчатый, сыр, зеленый лучок. Можно колбаску добавить вареную. Картофель отварился, заматываем его в фольгу и отправляем в духовку минут на 10-15, чтобы он запекся чуток. Обжариваем лук и грудинку копченую. Нарезаем зеленый лучок. И сыр у нас уже готов, натертый. Еще нам понадобится сливочное масло обязательно. Итак, достаем картофель. Аккуратно тряпочкой придерживайте под фольгу, потому что она горячая. Режем ровненько. И аккуратно вилочкой приминаем внутри картофель, добавляем туда сливочное масло. Так, надрезаем, сминаем ее, делаем вот такие углубления, добавляем сливочное масло. Выкладываем на каждую половинку обжаренный лук и ветчину. Посыпаем все зеленым лучком и сыром. И убираем аккуратненько на противень. И так с остальными картошками. Картофель обязательно посолить и по желанию приперчить. И отправляем наш картофель в разогретую духовку минут на 15. Вуаля, наш картофель готов. Очень вкусный и легкий рецепт. Пробуйте.